были не очень длинные, в среднем по полчаса, максимум там минут 40. Но это очень короткие, очень динамичные гонки с непредсказуемыми результатами для многих команд. Сумели победить в одной гонке, но вместе с тем и оказаться в конце списка в другой гонке. По результатам мы на 6-м месте. Это очень хорошо. Все команды близко, разница всего несколько очков. Но мы точно знаем свои ошибки. Это были несколько технических ошибок, несколько ошибок тактика. Но, как говорится, побеждает тот, кто делает меньше ошибок, но делает ошибки все. Ситуация в этом заливчике, в этой бухте ветровая настолько сложная, ветер постоянно крутит, что элемент лотереи достаточно высокий. Я очень рад, что у меня появилась возможность побыть внутри, почувствовать не только со слов других, но и самому быть частью этого. Теперь я хорошо понимаю, чего ребятам не хватает, где их сильные стороны. Я думаю, это было правильным решением в этой гонке мне побыть внутри команды.